слово, которое мы любим, да? Сладко в устах, да? Но когда мы поменяемся, когда она в желудках, да? В чреве, она горько. Все равно мы это любим, это слово. Да. Кто? Мы до сих пор увидим, да? Нога очень-очень мощная. Люди Христа, люди пророки. Ну, как мы можем их видеть? Как мы можем их победить? Якобы они все миром, это миром они управляют. Как мы можем их победить? Поэтому мы, нам кажется, что верующие, истинные верующие, да? Они слишком немощные, беспомощные, слабые, да? Нет. Даже они делают такое чудеса, нам не надо бояться. Почему? Почему? Все равно два свидетеля, два свидетеля. Кто? Полагается кровью Агнца, он победит, побеждает. Аминь? Начинаем. Начнем. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Читаете, да? Давайте 13. 13 мы уже читали, да? 14 начнем. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обращает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отпечатки жизни. Он очень похож на Иисуса Христа. Себя. Это именно религиозный лидер. До этого говорю о политическом лидере, а сейчас лидер. Нам надо терпеть, правильно, да? Начнем. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Агнец победит. Помните? Даже это была тема проповеди. Это все. Дайте мне еще 10 минут. Хорошо? 10 минут. Хорошо? Не, 10 минут. Не перерыв 10 минут, да? Еще посидим 10 минут. А, здесь интернета нету, да? Нету. Выключили. А, нету? Ну, понял. Специально выключили только. Не надо. Кто? Валерий. Давай, открывай. Сойди. Я не знаю. Это резервы. Это есть. Нет. Есть. Нет, сейчас нет. Пострем, видишь? Нет. Есть. Не работает. А ты имеешь в виду внешний сканал? Да, нет. Ну, очень важно, пожалуйста. Это интересно. Все. Десять часов сейчас, да? Да. Вот 10 минут хватит. А, думаю, хочу показать просто. Фильм. 5 минут. Просто удовольствие.
А где? Нужно или нет? Сейчас попробуем. Сейчас включат. А кто отключил? Специально включил? Вы же говорили, больше не надо. Илларион отключил. Не, он не отключал, да. Тогда так появился новый. Вредите. Нет, все правильно. Новый человек узнал, где резерв. Я до сих пор не знаю, кто не включает, кто включает. Надо просить. Кто говорит? Ну, а раздача же идет? Ну, Wi-Fi. Доступа нет. А, да? Что с видео-то не понимаю? Доступа нет, получается. Нет доступа в интернет? Ну, почему он показывает Одесса и Греб? Wi-Fi показывает? Ну, значит, смотрю, включаю. Не, надо выключить и включить рутер. Попробуйте будет Альфа 1, 2, 3, да. Да, есть. Это нет. Это наша сосед. Есть пароль. У кого привычек? Может, кстати, разрешает. Меня добили. Не, сейчас включат, что надо включить. Не щелкайте, еще послушайте. От одного до восьми. А, вот здесь есть, да? Нет. Нет. Нет, Спасибо.
Ну, на ноутбуке можно включить звук? На ноутбуке включи, Матвей, просто почему звук здесь не идет? А куда надо? Куда надо? А сюда? Ну, вот сейчас у нас звук больше не идет. When a man stands before the people of Dalmis and says, Jesus Christ has told me that one day he's personally going to attend and be in one of my meetings. That's blasphemy! Знаете что? А что говорить? Сейчас вот этот человек... Защищает Евангелие.
Она сказала, я не знаю, что делать. Many of our church don't know what to do. Многие в нашей церкви не знают, что делать. We were having wonderful services. У нас были замечательные Spirit of the Lord was with us. Дух Господень был с нами. But our pastor thought there was more. Но пастор наш думал, что что-то больше. The church wasn't growing fast enough. Что церковь недостаточно быстро растет. And he heard of a revival. И он услышал о пробуждении. He went to this revival. И он отправился на это пробуждение. He came home 3 months ago. И вернулся 3 месяца назад домой. He got up to preach. Он встал, чтобы проповедовать. And he started to laugh. И стал смеяться. For half an hour. Полчаса. He couldn't control himself. Он не мог контролировать это. Он просто смеялся и смеялся. There was no preaching. Не было проповеди. And he told us. И он сказал нам. This is the new move of the Holy Ghost. Это новое движение Святого Духа. We went next week. Мы пришли на следующей неделе. Sunday morning. Воскресное утро. He gets up. Он встал. And he starts uncontrollably laughing, shaking. И он начал бесконтрольно крестить и смеяться. No preaching. Без проповеди. 3 months. 3 месяца. No preaching. Нет проповеди. Just laughing. Только смех. And he calls it a move of God. И он называет это движением Божьим. Let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. The Holy Ghost who wrote this book. Дух Святой, который написал эту книгу. Who says the truth sets you free. Который сказал, что истина сделает вас свободными. But he calls the minister to laugh, so he cannot preach this word. Вызовите он такой смех у служителя, что тот не сможет проповедовать его слово. We have ministry now. У нас сейчас есть служение. Bark like dogs. Лаем, как собаки. Make animal noise. Животные звуки разные дают. I have a tape. У меня есть кассета. Of a prosperity preacher. Проповедника процветания. I'm not making any names. Я не называю каких-то имен. I'm not putting these men down. Я не пытаюсь уничтожить этих людей. I'm talking about a Leopard priesthood. Я говорю о священстве Алиафарма, the priest's men, которое уходит в угодничество людям, refuses to recruit sin, которое отказывается грех исправлять. One of the pastors said, один из пасторов сказал, put away your Bible, отложите ваши Библии, it has nothing to say to you. Она вам ничего не скажет. Another. Другой. Minister. Служитель. On his hands and knees. На своих руках и коленях. He's running, he's like a dog. Он бегает, как собака. Running around barking. Бегает вокруг лая. Another. Другой. On his hands and knees. На коленях и на руках. They have a dog chain around his neck. И ему повязали на шею ошейник. And his wife is leading him around up the aisle. И жена его ведет по проходам. Singing, where he leads me, I will follow. И поет песню, куда поведешь меня, я последую за тобой. Have another thing. Есть другая кассета. The pastor's preaching. Пастор проповедует. People are running up stuffing his pockets with money. Люди разбегаются, набивают его карманы деньгами. Money pouring into his pocket. Деньги льются ему в карман. And the new doctrine of the United States. Новая доктрина Соединенных Штатов. From the success gospel. Через Евангелие успеха. Is this. Вот какова. If you want to be blessed. Если ты хочешь быть благословен. You find the most blessed preacher. Найди самого благословенного проповедника. You find the richest pastor. Найди самого богатого пастора. That's the sign God is using him and blessing him. Это знак о том, что Бог его употребляет и благословляет. If you want to be blessed, если ты хочешь иметь благословение, you give your money not to the church, ты отдаешь деньги твои не в церкви, if you give the money to the man who is most blessed, но ты отдаешь деньги человеку, который более благословлен, so you have the best chance to be blessed. Чтобы ты имел самый лучший шанс на благословение. I have another case. У меня есть еще кассета. People send this from all over the United States. Люди посылают мне их из тех мест, где они нуждаются. And I'm like, what? I said, it's crazy. Я говорю, where does it end? Where's the spiritual discernment? Где развлечение духовное? Here's a man. Вот человек, he's very well known. Который очень известен. And he's walking through his congregation. И он ходит по собраниям. Hitting at people like a snake. И он сидит, как змея на людей. And they start wiggling on the floor like a snake. И потом начинают как змея извиваться. About 50 people wiggling under the seat. Человек 50 под полу, под своими креслами. Everybody is riding around. И
бегают вокруг себя, sing a song, поют песни, run for the money, бежит за деньгами. The faster you run, чем быстрее побежишь, the more money you get. Тем больше денег получишь. Pentecostal, пятидесятник, charismatic, харизматик. Get the picture. Картина получится. People down here barking. Вот здесь люди лают. Somebody hissing. Кто-то там шипит. Preacher trying to preach. Проповедник пытается проповедовать. Throwing money at you. У него деньги. Put money in their pockets. Набивает карманы деньгами. People running around. Люди вокруг бегают. They call us the Holy Ghost. Они называют это Святой Дух. I weep. Я рыдаю. Because people come from people like did come like from Russia. Потому что приезжают люди, как из России. The gospel's here. Слышали Евангелие здесь? Some of you may be here. Кто-то из вас может быть в этом. You may be angry at me right now. И может быть вы на меня сейчас злитесь. I'm impatient. Но я хочу сказать вам нечто. That's not what I read about my Jesus. Это не то, что я считаю о моем Иисусе. I don't see altar calls. Я не вижу призывов к алтарю. I don't see people weeping for sin. Я не вижу людей, рыдающих о грехах. When I'm in Times Square Church, когда я в церкви Times Square, and I look over here, я смотрю сюда, and I see seven men dressed like women. Я вижу семь человек, мужчин, одетых в женские. Transvestites. Трансвестит. Hungry for God. House of God. And I look over here, there's a young movie star. Я смотрю сюда, и здесь звезда, кинозвезда молодая. She's going to commit suicide in 2 days. Она через 2 дня будет совершать самоубийство. Jump out 11 floor window. Выпрыгнет с 11 этажа. And I see CEO, the head of a president of a corporation. И я вижу директора, президента корпорации. He lost his business. Он потерял свой бизнес. He's on the street now. Он сейчас на улице. He was an multi-millionaire. Он был мультимиллионер. Cocaine cost him everything. Кокаин стоил всего денег. And he's on the streets. И он на улицах. He's filthy. Он грязный. And I look over here. И я сюда смотрю. And that's a 15-year-old boy. Я вижу 15-летнего мальчика. His boy is dying, his brother is dying of AIDS. Его брат умирает от СПИДа. I don't see anything to laugh about. Мне здесь не на чем смеяться. I can't laugh at that. Я не могу смеяться над этим. I can't laugh. Не могу смеяться. Я не могу смеяться. Я не могу смеяться, когда они Духа Святого выставляют по смешище. Дух Святой приходит, чтобы обрешать везде. Исправить на это счастье. И2012년 4월 27일 자동차사고로 소청했습니다. Это пастырь, да? 저는 이사야 57장 이사야 맞습니다. Такое время Евангелия. Наши дела вернутся в слово. Аминь. Аминь. Господи, благодарим тебя за то, что ты дай нам Твое Слово. Аминь. И веру основанную на Твоем Слове.